Ни новых вакансий, ни повышения зарплат. Британский банк HSBC в этом году замораживает набор персонала и увеличение зарплат сотрудникам на весь год. Об этом рассказали Рейтер, источники в крупнейшем банке Европы. Как и другие глобальные банки, в ответ на ухудшение рыночных условий и на ужесточение требований регуляторов, HSBC пытается оптимизировать издержки и повысить рентабельность. В июне банк объявил, что намерен сократить каждое пятое рабочее место и на треть урезать инвестиционные операции. Предполагается, что таким образом он сэкономит 5 миллиардов долларов к 2017 году.